Я прогляжу редакцию закона о образовании. Мы с ужасом увидели. Откуда сейчас все социализм? Совсем. И 34-й статья закреплена. Категорически запрещается привлекать обучающихся к любым мероприятиям, не связанным с учебным процессом и не входящим в образовательный процесс. И мы отвлекаемся. 5 лет надзорные органы приводили нас в требования. Я давал на центральном телевидении 2 интервью о том, что в такой трудолюбивой стране, как Россия, отменять общественно полезные курсы – это преступление. Потому что педагоги опытные понимают, что через труд вот можно решить многие воспитательные проблемы, которые сейчас стоят в нашей молодежи. Потому что нас штрафовали за то, что ребенок взял тарелку и дать ему кукурузку. Есть у нас тут кукурузка? Ну ладно, у меня прости, мне уж терять нечего. Доходил до суда, не мог ребенок взять и стереть в доске, не так легко стирать, простите. Нельзя. Это противоречит закону об образовании. Сейчас это немножко утихло. Но общественно полезно выходить. Поэтому сейчас родители ходят, приходят, помогите. Он тарелку не помоет. Он снег не ходит, не хочет чистить. Я говорю, вы же его подпискали, когда отменили общественное мнение. Вячеслав Викторович, пожалуйста, выступить с инициативой. Верните нам общественно полезный труд. И тогда они у нас, мы их выделим немножко денег на это. И тогда они у нас не пойдут туда, о чем вчера говорил Владимир Владимирович. Все вспоминают, что страшно было, когда генеральный уборщик у нас делалось. И обсуждали все. И влюблялись. И отношения завязывали. И когда сейчас вчера встреча с выпускниками проходит, они думают, уроки вспоминают? Нет. Как они ездили в лагеря туда и туда, как они работали на газонах, как они убирались в классах, их стен газет выпускать все. Вячеслав Ильич, пожалуйста, верните общественный полезный труд. Я права, коллеги? Спасибо вам большое. А вот здесь присутствует представитель родительских комитетов. Вы эту инициативу поддерживаете? Поддерживаете, да. Вы как-то вот так, знаете, в раздумье. Поэтому, если у вас эта позиция есть, вы ее тогда защищаете, если она есть. Ведь нам тоже, когда мы говорим о законодательстве, надо понимать, мы опираемся на мнение, на поддержку, на позицию. Или здесь, что называется, есть разница мнений, а когда у нас нет единой позиции, вот именно в этом вопросе, понятно, что на принятие решения никто не пойдет. Поэтому правильно было бы все-таки родительским комитетом определиться. То, что вы говорите, мне, допустим, понятно. И здесь речь не идет о выполнении какой-то тяжелой работы. Но о вовлеченности, да, правильно, надо говорить, надо обсуждать. Не только, как вы говорите, выдернем из этих гаджетов, но и немного в том числе в будущей жизни. Возьмем и приспособим. Потому что дальше что? А дальше жена хочет, чтобы он по дому помогал? А этого нет. Вы же сами, вот здесь вот в основном женщины. И сами заложниками становитесь. Тряпку нельзя взять, чтобы стереть с доски. Цветы поливать нельзя. Ну, я уже не говорю про швабровые там, мытье полов сейчас, хотя и уже все это делается с использованием технических средств.
Но сам по себе разговор и озабоченность этим вопросом, правильно? Потому что есть эта проблема. Сейчас ходят вот так вот. Вроде жизнь собирают вдвоем строить. Он в гаджете, она в гаджете. Пришли, он смотрит, она смотрит. Дальше вроде семья, дети тоже сидят в гаджете. А в итоге что? Конечно, полная разобщенность и отсутствие вовлеченности именно вот в общение. Это настолько человек создает проблемы в жизни, мы должны это понимать. Да, общество будет более здоровым, если ребенок научится жить в социуме. Конечно, закладывает основу семья, но сейчас, вы знаете, мы приняли поправку в федеральное законодательство, школа теперь участвует в воспитании. Это было всегда. Мы потом тоже взяли и сказали, нет, только услуги образовательные. Какие услуги? Когда ребенку